новое видео, поэтому давайте я немного почитаю кодекс. В прошлом видео мы читали историю стражей. Давайте теперь историю ада почитаем. Это мы читали про адские баржи, с чего игра началась. Ну, это тоже читал, если не ошибаюсь. Кроме этого, тут ничего нет. Давай так тогда почитаем. Про демонов, что ли? Солдаты. Гаргулья. Как их собратья импы, гаргульи — ловкие и безжалостные существа, охотящиеся в стае. Их родина — мир стражей, который они терроризировали веками. Гаргульи, как одни из немногих демонических отродий, способных на преодоление укрепленной, обнесенной стенами твердыни стражей, могут появляться без предупреждения и хватать беззащитных горожан, а затем исчезать с ними в пустошах. Только самые умелые стрелки — из числа ночных стражей могут отразить эту воздушную угрозу. Бедствие, из-за которого по периметру города пришлось выставить несмыкающую глаз стражу. Да, они такие неприятные твари. Зомби. Эти прислужники когда-то бывшие люди, а теперь одержимые адом и вступившие в его ряды. Это те, кого обольстила и извратила его сила, заставив предать собственную человечность. Тех, кто полностью поддался влиянию ада, спасти невозможно. Они становятся безумными, гротескными пародиями на самих себя в прошлом. Имп. Импы-падальщики преисподней, представители фауны, наиболее часто встречающиеся на опаленной поверхности адских земель. Будучи низшими демонами, импы обладают ограниченным интеллектом. Эти существа движимы исключительно охотничьим стремлением выследить жертву, и для этой задачи они прекрасно подходят по причине своей врожденной тяги к насилию. А благодаря этим качествам из импов получаются идеальные солдаты-пехотинцы, которых часто отправляют в горячие точки ада. Высокородные демоны-командиры легко их контролируют и управляют ими в интересах правящей верхушки. Атаки импов не на передовой – обычное дело, так как они являются расходным материалом, массово использующимся для численного подавления врагов и прорыва через линию фронта. Потерянная душа – вот это тоже мерзкая вещь, которая… Ну, все летающие твари для геймпада – это очень неудобно. Потерянные души происходят из проклятых бывших людей, выпавших из мира смертных и обреченных на вечную нежизнь в качестве отмеченных грехом рабов ада. На первый взгляд количество проклятых бесконечно, их ряды прирастают тысячами с каждым восходом черного солнца. Для многих из них мучительное существование и изнурительный рабский труд – это все, что их ждет. Тела проклятых хрупки, и тех из них, кто не вынес тяжести подобного труда, с исковерканными, расчлененными телами, которые больше не пригодны к работе, перевозят в рудники, где из них извлекают души для дальнейшего использования. Те, кому повезло избежать этой процедуры, неизбежно становятся потерянными душами. Их души обретают физическое воплощение. А потерянным душам известно только безумие. Их память заполнена призрачными картинами из их прошлой смертной жизни. Жизнь этих существ быстротечна, они бесцельно бродят в поисках только одного – окончательной смерти. Блин, как-то их жалко стало. Солдаты. Тут даже нет описания, по сути. Отважных воинов, оборонявших землю от демонов, поглотила тьма.
в самый разгар боя, обратив их против соратников. Воители. Арахнотрон. Тела арахнотронов выращивают, используя генетический материал, извлеченный из останков владычицы пауков. Паучью плоть объединяют со смертоносными механизмами. Биологические тела арахнотронов обладают ограниченной подвижностью, но развитая центральная нервная система позволяет существам эффективно использовать моторизованные экзоскелеты. База ОАК, ответственная за создание арахнотронов, должна была вырастить и вооружить целую армию роботизированных демонов собственной конструкции. К несчастью, готовым образцам удалось вырваться. Весь персонал комплекса погиб. Тем не менее, автономное производство арахнотронов продолжается под контролем управляющего искусственного интеллекта. Какодемон. Какодемоны, охотники болотистых земель, рыскают в бездонных и мутных глубинах ада в поисках легкой добычи. Эти бесцельно слоняющиеся существа часто лишены когнитивных способностей. Чувственные осознанности и других обычных стимулов. Как демонами движет одно единственное желание – голод, и они чаще всего появляются там, где есть плоть, которую можно сожрать, окруженные аурой ненасытности. Говорят, что как демоны чем-то похожи на циклопических титанов, древних сказаний об Аде. По этой причине ученые и стражи полагают, что забытые титаны, возможно, продолжают существовать, пусть и в некой бесплотной форме. Жиробас, или как его еще называют, Манкубус. Манкубус – массивный тяжеловес демонического мира, значительно отличается от своих собратьев, которые в первый раз встретились на экспедиции ОАК на Марсе. А в отличие от сородичей с естественно образовавшимися бронированным панцирем, у этого вида существ есть явные признаки модификации, созданные человеком. Усиление их наружной части бронированной обшивкой и сложная система оружия, смонтированная на передних конечностях, демонстрируют явное намерение обновить и усилить боевые характеристики обычных манкубусов, чем мощное телосложение и повышенная выносливость делают их крайне опасными противниками. Какой же он мерзкий. Ну вот эта дыра, конечно, в груди, вот это вот его слабое место, разве нет? Так. Плеть. О, плеть вот это, блин, ненавижу. Плеть падальщица преисподней. Впервые с этим существом столкнулись члены экспедиции ОАК, которых отправили исследовать черную пустыню заповедных пустошей. Эти неуловимые гибкие демонессы двигаются с невероятной скоростью и ловкостью. Они способны атаковать с большого расстояния благодаря выкидным хлыстам с лезвиями, спрятанным внутри их предплечий. Эта разновидность демона очень заинтересовала инженеров ОАК на Земле. Несмотря на то, что попытки изловить этих проворных и непредсказуемых существ живьем оказались исключительно опасными. После успешной поимки живых особей исследователи имплантировали им кибернетические дополнения, разработанные для усиления врожденной мощи и поражающей способности плети. Да. Так, Ревенант. Программа Ревенант была создана в качестве эксперимента по производству биологического оружия с использованием реанимированных некротических тканей человека. А, это я читал, кстати говоря. Если не ошибаюсь. Да, это я читал. Рыцарь Ада. Рыцарь Ада, боевые чудовища из рядов монстров, заслужили свое положение благодаря тысячелетней службе древним архидемонам. Согласно воле правящих домов, рыцари Ада долгое время служили варварскими блюстителями законов преисподней, подавляя более слабых демонов своей жестокостью. Этим существам присуща верность воле их господ и первобытное чувство иерархии, так редко встречающееся среди демонических отродий.
Принуждать рыцарей ада их высокородным господам не приходится. Они охотно служат древним богам ада на протяжении всей своей жизни, наслаждаясь войной и разрушением. Это кто? А, это вот этот биток. Бывшие инженеры ООК. Эти деформированные зомби были убиты в ходе войны на Землю. А за Землю. Их тела стали жутким переплетением плоти, костей и бочек. Капец. Щупальца. Или тентакли по-русски. Эти метастазы ада, за которыми пристально следят ученые комитета, растут по всей Земле, укореняясь там, где заявила о себе преисподняя. Распространение метастазов ада, формирующих хаотичные и кажущиеся случайными структуры, произошло с пугающей скоростью. Эти организмы продемонстрировали такой цикл репродукции клеток, который, как опасаются ученые комитета, невозможно будет сдержать. Их влияние на окружающую среду крайне агрессивно по причине выработки биологических веществ, загрязняющих атмосферу и приводящих к множеству органических угроз. Там, где появляются эти похожие на гнезда образования, их защищают большие скопления протуберанцев, длинных щупалец с шипами, которые демонстрируют крайнюю осведомленность об окружающих их объектах и способны выпотрошить любое существо, которое они сочтут угрозой для гнезда. Вот так-то. Но остальное, что там открылось за это время, мы почитаем в следующий раз. Теперь давайте продолжать. Что тут еще? Что это за черепушка? Или что это? Да, черепушка. Опять эта штука закрыта. Надо кого-то где-то побить, чтобы сделать это, да? Там закрыто, там закрыто, там закрыто. Воу, погоди, нет! Там открыто. О, хрен! А, блин, там с простого прыжка он не цепляется. Чё, ничего нет? Как-то там ничего нет? Может быть. Ладно. Фу.
тратите ваши очки. Чтобы одолеть более опасных демонов, вы должны улучшать палача, его арсенал. Надо уничтожить 25 турелей, тогда я получу вот этот еще дополнение. Ладно, все норм, пока. Перелет. Потрачу сейчас.
Ничего нет. Какого секрета там нет случайно? Что происходит? Тут слишком тесно. Что это было? Блин, вот на таком кулачке карты, блин, с двумя... Я не помню их название. Плетьми. И еще одним типом. Отлично, отсюда. Хрена. У меня вылетела игра. В общем, у меня вылетела игра. У меня такое единожды было в Нир Автомата. Интересно. Прям посреди удачно идущего сражения. Надеюсь, чекпоинт сохранился. Ну да, чекпоинт сохранился. Ну ладно. Я не могу их победить, мне только уворачиваться от них приходится. Надо же, прям вот тут вот она. Начал перестреливаться, и она вылетела.
Если бы не было жарабаса, я бы сейчас уже победил, но... Манкубус, да, извините, Манкубус его зовут. Никакого фэтшейминга. Это Манкубус. Давай еще раз попробуем. Хотя это не обязательно, но... Галис. Все равно он цепляет меня. Хочу это очко оружейника или что там дается за него. Еще разочек попробуем и все. Не получится, так не получится. Уклонился. В смысле? У меня не получилось? Проиграл? А, там за время надо. Я не уложился во время, получается. Ну ладно, хрен с ним, тогда не будем это делать. Блин. Или, ладно, последний раз. У меня просто есть идея. Понятно. Слишком мало времени дается. Еще и все патроны стали. Ну ладно. А как туда пройти? Я думал, тут открыто. Ребята, нет. Какого черта?
сломано. Я внутри колонны. Внутри текстуры, я не могу отсюда выбраться даже. Вот тебе и Doom. Doom за то, что вылетел и теперь баганул, получает у меня звание самой забагованной игры на PlayStation, которую я играл. У меня вылетал Нир, у меня был баг с Last of Us, с Uncharted был баг по одному. Но вот чтобы и то одновременно, в одном стриме еще к тому же. Такого не было. Так, давайте тогда с контрольной точки. Пройдем это место или как? Секрет, что его видно. Ага. Радость. Сюда. Не наверх, но куда? Ну, с этим как-то связано ведь, так ли?
сплю. Там мне. А, погоди, стоп. Там проход был? Хотя нет, там проход. Стена просто. Воу! Так. Что мне надо сделать с этим всем? Может, просто подойти сюда? Нет, мне надо явно что-то сделать. Такой не было штуки. Но внизу не было. А где была? Что-то на удивление стал тупить как-то. Извиняюсь.
представлял, что их три должно быть, нет? Не факт, кстати говоря. Может, надо выстрелить? Нет? Нет, нет. Блин, ну отлично. Я уже не доверяю этой игре после того, как она меня в текстуры забросила. Проникните на базу. Я слишком тупой, чтобы проникнуть на базу сектантов. Это что там? Фу-ху. Что это за место такое? Что? Вот это я, блин, могу сделать. А что надо сделать, я не могу. Ничего нет же. Как бы посмотри. Погоди, стоп, еще раз. Хочу кое-что проверить. Еще не устал, палач? Ничего, мы сломим твою волю. Какой долгий уровень. Какой долгий уровень, ну. Что еще тут надо сделать? Опять какие-то секреты. Хитрожопые эти. Было.
Да, блин. Угомонись. Молодец. Ого. Прикольно. Что это? Я устал, на самом деле. Вы спрашиваете, устал ли я? Я устал. Ничего не поделать. Видимо, вниз. Ой, патроны кончились. Было не круто. Да, блин. Какого хрена? Я не боюсь тебя. Ты еще не победил. Найди меня, палач. Я буду ждать. Там замес будет или что? Теперь у вас есть все средства для победы над врагами в Doom Eternal. Зверские убийства, изрыгатель пламени, бензопила, кровавый удар. Улучшайте и комбинируйте эти средства, чтобы нанести огромный урон и пополнить запас
важных ресурсов в бою. Блин, там еще будут враги сейчас, ладно. На этом моменте мы прервемся и продолжим в следующем видео. Надеюсь, без багов и вылетов. Пока.